Уровень реки вновь упал. Такую картину горожане наблюдают каждое лето. И каждый раз ситуация вполне прогнозируемая. Уровень воды падает из-за неисправности плотины. Цель любой плотины – регулировать уровень водоемов. Когда она исправна и ее правильно обслуживают, проблем с уровнем не возникает. Регулируя затвор, можно обеспечивать необходимое состояние реки. Но плотина в Сарове явно неисправна. Ее затвор неплотно прилегает снизу, из-за этого она течет. Низкий уровень воды привел к тому, что река вновь зацвела. На эту проблему горожане жаловались долгие годы. И в прошлом, казалось, ее удалось решить. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» Саров получил 40 миллионов рублей на очистку русла Сатиса. Деньги потратили, работы провели. Результат, что называется, налицо. Как нам сообщили в департаменте городского хозяйства, ремонт плотины запланирован на ближайшее время. И, возможно, уровень реки вернется в норму. Но проблему с цветением это уже не решит. Русло вновь нужно чистить. Вот только вряд ли можно с одним объектом дважды участвовать в одном нацпроекте. А в местной казне денег на подобные работы попросту нет. Будем следить за тем, как развивается ситуация.